ученики! Физкульт, привет! Это уже полюбившаяся вам рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня поговорим коротко о бассейне и о тренировках. Большинство из вас задают мне вопрос, можно ли плавать в бассейне после силовой или интенсивной кардио-тренировки. Когда я говорю кардио, то вы, подписчики моего канала, знаете уже, что речь идет именно о интервальном кардио в течение 20 минут. Никому из вас, натурально тренирующимся атлетам, я не рекомендовал бы вообще использовать классическое кардио. То, что оно тренирует сердце, это миф. То, что оно тренирует выносливость, это еще больше миф. Выносливость тренирует определенная тренировка, направленная на то, чтобы в ваших мышцах появлялось как можно больше митохондрий. Вот это тренировка на выносливость. И данную тренировку вы можете найти на моем канале. Есть отдельное видео об этом, как раз специально для вас. А сердце тоже есть видео, не только мое, но и других специалистов, грамотных людей, которые вам популярно расскажут, почему сердце тренировать отдельно специально не нужно. Если только вы не являетесь специальным атлетом, которому необходимо тренировать свое сердце. Но таких видов спорта сгулькин хвост. Что касается бассейна. Если вы тяжело тренируетесь, если вы реально пашете на тренировках, не для того, чтобы просто поддерживать себя в хорошей форме, для здоровья, в хорошем самочувствии, а реально выкладываетесь на каждой тренировке, то бассейн вам нужен. Но, друзья, одно большое но. Только как расслабляющий эффект. И чем холоднее вода будет в бассейне, тем будет лучше воздействовать на ваше восстановление бассейн. Повторюсь, вы должны просто находиться в этом бассейне, двигаться, неважно. Можно просто легко, в удовольствие плавать, двигаться по собачьи. Но ни в коем случае не работать в бассейне, как отдельная тренировка, еще кардио-тренировка. Неважно, классическая или интервальная. Запомнили, да? Если вы тяжело тренируетесь, то бассейн после тренировки показан, разрешен. Но именно как восстанавливающее средство, не как тренировка. Если вы тренируетесь просто для сохранения здоровья, улучшения своего самочувствия, то вы можете после такой тренировки посетить бассейн, где проведете еще одну тренировку, которая, кстати, тоже является очень полезной для всех наших мышц, потому что единственная тренировка в воде, которая нагружает наши с вами мышцы, при этом без компрессии, потому что не действует на нас с вами, точнее не так сильно действует сила притяжения, гравитация. Запомнили, да? Надеюсь, этот вопрос уже снят с повестки дня. Увидимся в следующий раз. Не пропустите, в следующий раз я отвечу на вопросы, часто задаваемые мне вами в комментариях, в группе ВКонтакте, на сайте моем, в Инстаграме. И следующие темы, которые мы с вами затронем, это сауна и тренировки, как это все влияет на сердце, как это совмещать. Также мы обсудим вопросы касаемо суперсетов, как оценить программу, ту или иную тренинга, подойдет ли она вам именно как натурально тренирующемуся атлету. Это очень важный момент. Также затронем миф, несмотря на то, что у меня уже есть статьи и видео об этом, о типах телосложения, эктоморф, эндоморф, мезоморф. А также обсудим с вами вопрос, животрепещущий вопрос, как убрать живот. Не пропустите, думайте всегда головой. Правильно питайтесь, грамотно тренируйтесь, адекватно восстанавливайтесь. Будет вам тогда сила, масса и здоровье. Увидимся в следующий раз.